Здравствуйте, ребята, меня зовут Нелли. Сегодня я вам покажу, как сделать свечу в технике декупаж. Она может стать прекрасным подарком для ваших друзей и родных. Итак, начинаем. Для этого нам нужна будет свеча. Она должна быть желательно белого цвета, широкая. У кого нету свечи, можно сходить купить в магазин. Дальше нам нужны вот такие вот салфеточки с картинками. У кого нет таких салфеток с картинками, можно сходить в любой канцелярский магазин. Дальше нам понадобится вот такой карандаш, ножницы, линейка и вот такая вот палочка. Она, у кого нет такой палочки, можно взять фломастер, ручку, кисточку. Ну, желательно, нужно, чтобы ручка или что вы там возьмете, чтобы поверхность была гладкая. Потому что если поверхность будет не гладкая, то мы поцарапаем нашу салфеточку. Сегодня я оформляю вот такую белую свечу, высота которой 6 сантиметров. Предварительно я уже сняла с нее обертку. Свеча готова к работе. Итак, начинаем. Ребята, для оформления свечи я выбрала вот такую салфетку. Ребята, раскрываем салфетку. И берем, отделяем ненужный слой. Оставляем только слой с картинкой. Ребята, мы отделяем наш слой очень аккуратно, чтобы не порвать, придерживая рукой. Вот, ребята, мы отделили ненужный слой. Так как высота нашей свечи 6 сантиметров, мы берем линейку и карандаш и отмеряем на нашей картинке 6 сантиметров. И проводим линию, чтобы у нас получилось все очень аккуратно. Теперь мы берем ножницы и отрезаем этот кусочек, который мы отметили карандашом. Вот мы отрезали. А теперь мы берем нашу свечу, берем кусочек нашей вырезанной салфетки, обматываем и отрезаем лишнее.
Но, ребята, хочу обратить ваше внимание, мы это делаем все с нахлестом. Ну, примерно где-то 5 миллиметров, чтобы у нас получилось все ровно и красиво. После того, как мы расположили нашу салфетку на свечу, мы берем нашу палочку и начинаем очень осторожно втирать. Такой способ декупажа называется холодным. И вот, ребята, практически у меня все уже получилось. Посмотрите, какая у меня получилась красивая свечка в технике декупаж. Попробуйте сделать так же, как и я. Удачи вам!